В ночь с 7 на 8 октября в больницу скорой медицинской помощи с термическими ожогами поступил 39-летний мужчина, старший мастер Бобруйского завода растительных масел. Работник был госпитализирован в отделении реанимации для наблюдения и оценки степени тяжести полученной травмы. Затем на следующий день переведен в специализированное отделение, то есть к нам, где уже было проведено дальнейшее лечение и перевязки с диагнозом термический ожог головы и верхних конечностей, ожоги поверхностные в области примерно 2% где-то. Известно, что во время смены около полуночи специалист находился на участке фильтрации. В какой-то момент из вертикального фильтра на него пролилось раскаленное масло. Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. Следователями проведен осмотр места происшествия, в ходе которого были изъяты фильтр, а также документация предприятия по охране труда для последующего изучения. Сегодня жизни пациента ничего не угрожает. Из больницы его выписали, он находится на амбулаторном лечении. Как будет квалифицирован этот случай, предстоит выяснить следствию. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск 360.